Здравствуй, дружок. Наш почтовый ящик доверия снова на связи. И в который раз я готова разгребать воображаемый завал электронных писем, которые шлешь мне ты и твои друзья. Да, в процессе я запаслась бутылочкой успокоительного, медицинским словарем и путеводителем по жизни для новичков, чтобы суметь решить любую твою проблему. Ну что, приступим. XFinder90 пишет: «Привет, Мару. У меня проблема. Предки дружат с родителями однокурсницы. Она общается с самой крутой девчонкой в потоке. Проблема в том, что мои родаки способны обсуждать с первым встречным, каким милым пупсом я был в детстве. И когда та... тёлка гостила у дочери друзей моих предков, те показали все возможные мои детские фотки. Я унижен и не знаю теперь, как подкатить. Что подскажешь?» Что подскажу? Парень, я как минимум надеюсь, тебя в университете научат расставлять знаки препинания и подбирать правильные синонимы, ну хотя бы к слову «родаки» или «тёлка». Во-вторых, из всех этих дружеско-родственных связей я не поняла ничего, кроме как то, что фотокарточки с твоей обнаженной мадам сижу, восседающей на горшке, кому-то продемонстрировали. Вот что я тебе скажу. Если твой дружок, надеюсь, мы обойдемся таким тонким намеком, значительно вырос по сравнению с периодом, когда самыми модными штанишками в твоем гардеробе были ползунки, смело отправляйся на свидание с объектом своего... ночного баловства под одеялом. Ей будет с чем сравнить. У следующего респондента гениальный ник Робин Гуд. Именно так спрашивает у меня: не могла бы ты поделиться со мной электронными адресами тех несчастных, кто пишут тебе, жалуясь на отсутствие друзей? Я сам проходил через нечто подобное и хочу им помочь. Слушай меня сюда, парень в ритузах и смешной шапочке. Джо Трибиани из сериала «Друзья» не делится едой, а я не делюсь своими котиками. Если им станет хорошо, кто же тогда мне будет писать? И тем более, я не знаю, вдруг ты маньяк, да еще и какой-нибудь несексуальный. Нет, тут прости как-нибудь без меня. Найди себе паству и спасай их, а в мои угодья не лезь. Здесь мой Шервуд, и я его даю. На десерт у нас сегодня рассадник соплей и розовых сердечек. Толпа респонденток продолжают по очереди признаваться в любви различным мужчинам. Касатики, вам будет много чести, если сейчас я начну перечислять вас поименно. Так вот, спрашивают меня барышни, как завоевать их внимание. Что ж, леди, все просто. Переходим или возвращаемся к первому письму, сублимируем самое важное и приходим к выводу. Фотографии ню. Именно они привлекут к вам внимание не только ваших любимчиков, но и всего окружения в целом. А там уж вас найдут сами желающие, и тогда сможете еще и выбирать, на одних Петях, Васях или Лехах свет клином не сошелся, поверьте на слово. Кстати, присылайте фоточки привиком нам в бред-шоу. И мне эксклюзив, и вам 1000 просмотров. Гарантирую, рекомендую и требую все-таки эксклюзив. Ну и процент за пиар и работу с Вахи. На этом сегодня закончим. Все остальное дурно попахивает и напоминает дурацкие паблики с признаниями из Фейсбука. Мару подобным не занимается, так что давайте ко мне сенсацию.